Какая вкусная манная каша! Тогда скушай еще. Мамочка, сегодня у тебя получилась самая вкусная манная каша. Это очень приятно слышать. Тогда кушайте кашу до конца. Если на тарелочках ничего не останется, тогда вы получите от меня кое-что вкусненькое. Ням-ням-ням. А я уже все съел. Посмотри, моя тарелочка пустая. А я уже все съел. Посмотри, моя тарелочка пустая. И я доела последнюю ложку. Какие же вы быстрые. Ну что же, как я обещала, будет вам сегодня десерт. Выбирайте, печенье или тост с нутеллой. Ой, а то и другое нельзя? Нет, нельзя. Нужно выбрать что-то одно. Тогда я выбираю тост с нутеллой. И я обожаю нутеллу. Хорошо, минуточку. Сейчас я приготовлю. Поместим 2 ломтика хлеба в тостер. И заведем таймер. Достанем наш хлебушек и намажем нутеллой. Один бутерброд готов. И второй тоже. Вот ваши тосты с нутеллой. Ой, это мой телефон. Минуточку, сейчас я отвечу, а потом приду и вас покормлю. Мамочка, ты не спеши, мы и сами можем справиться. Ага, какая же вкусная нутелла! Я ее просто обожаю! А вот и я. Давайте я вам помогу. Миша, Алиса, вы почему так неаккуратно кушали? Посмотрите на свои маечки, посмотрите на свои личики. Прости, что так получилось, мама. Я облизывал нутеллу и не успел заметить, как хлеб ко мне приклеился. Со мной случилось то же самое. Ох, ребята, ни на минуту нельзя вас оставить одних. Пойдемте, будем стирать ваши вещи. Нужно будет снять боди, но вначале я вытру ваши личики. Мишина. И Алисина. Теперь раздевайтесь. Сейчас будем стирать одежду моих заморашек. Алисину и Мишину. Нальем в машинку воды. И экологического геля для мытья посуды с запахом огурчика. Вот так, почти все готово. Нажмем на кнопку «Старт» и выберем программу. Ой, как здорово! Оно скоро постирается, мама! Нет, Алиса, нужно будет ждать целый час. Ой, за час я успею замерзнуть без моей одежды. Не успеешь, мы на тебя наденем новую чистую маечку. И на тебя.
Друзья, понравилось видео с моими малышами Бэби Бон и стиральной машинкой, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Всем привет, друзья! Я мама Маша. Ну а с этим маленьким карапузом вы уже знакомы. Это мой малыш Бэби Аннабель Александр. Сегодня у нас с Александром особенный день. Правда ведь? Да? Видите, он кивнул головой. А это все потому, что сегодня мы познакомимся с его сестричкой. Вот такой вот малышкой Бэби Аннабель, переодетый в костюмчик кошечки. Она так же, как и наш Александр, может пить из бутылочки, сосать сосочку, плакать настоящими слезками и отрыгивать после еды. А также смеяться, если ее щекотать, и засыпать, если ее начинаешь укачивать. Ну что, Александр, будем знакомиться с сестричкой? Хорошо, тогда, чтобы достать ее как можно быстрее, я воспользуюсь своей волшебной палочкой. Рекс, Пекс, Фекс, Аннабель, выходи! Ох, какая милая! Вот она, наша девочка Бэби Аннабель. Давайте-ка рассмотрим ее поближе. Ох, как же мне нравится ее наряд. Смотрите, она одета как будто бы в серую кофточку и вот такую юбочку-плиссировку. Но на самом деле кофта и юбка сшиты вместе. Так что это одно красивое платье. На кофте мордочка милого котенка. Я думаю, всем девочкам нравятся котята. На капюшоне кошачьи ушки. Так что наша малышка сама стала похожа на маленького котенка. Еще на ней надеты серые штанишки и вот такие прекрасные белые ботиночки с кошачьими лапками. В наборе вместе с Аннабель был новый подгузник, бутылочка для воды и розовая пустышка с черным котенком. Ну что, настало время с тобой поиграть? Поворачивайся. Сейчас нажму на заветную кнопку. Слышали, какие милые звуки издает моя малышка? Теперь давайте возьмем сладкий фруктовый компотик и посмотрим, как наша малышка Бэби Аннабель будет пить из бутылочки. Вот так наша малышка пьет свой любимый компотик и медленно засыпает. Видите, как ее глазки закрываются? Давайте сейчас вытащим бутылочку изо рта и посмотрим, может быть, она и дальше будет спать. Нет, малышка плачет. Не плачь, дружок. Держи свою пустышку. Ну вот, наша девочка уснула, и теперь она крепко спит. Переложим ее в кроватку и слегка покачаем. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Нет-нет, Александр, что ты делаешь? Не нужно будить Аннабель, ведь она только что заснула. Пойдем-ка я покормлю тебя твоей любимой кашей. Может быть, когда ты покушаешь, она уже проснется. И тогда вы будете вместе играть. Мама! Аннабель, ты уже проснулась? Ладно, тогда пойдем. Мише не терпелось с тобой поиграть. Вот мои два маленьких карапузика познакомились и, конечно же, подружились. Друзья, вам понравилась моя новая Аннабель кошечка? Ну-ка, не плачь, напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, если хотите еще больше видео с этими карапузиками. Подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока! Всем привет, я мама Маша, а это мои пупсики Бэби Бон. Миша, Алиса, быстрее просыпайтесь. Сейчас покушаем и пойдем гулять. Мамочка, принеси мне мое молочко в кроватку. Я уже очень проголодался. И я, и мне мою бутылочку в кроватку. Хорошо, малыши. Вот Мишина бутылочка, а вот Алисина. Мамочка, мы уже все выпили. Теперь давай собираться на улицу.
Конечно, сейчас только поменяем подгузники и потеплей оденемся. Вначале снимем старые подгузники Алисин и Мишин, а теперь наденем новые. Ой, ребята, а подгузники-то у меня закончились. Ну и что, что закончились? Мы хотим гулять! Раз вы хотите идти гулять без подгузников, вам нужно научиться ходить на горшочек. Перед выходом на улицу нужно обязательно сделать свои делишки, иначе замочите свои штанишки. Голубой горшочек для Миши, а бело-розовый для Алисы. Я не буду, не люблю горшок! И я не хочу. Ах вы так, ну ладно. Тогда вы со мной никуда не пойдете. Я позвоню няне, и вы останетесь вместе с ней. А ты? Ну а я пойду в парк аттракционов. Давно я не каталась на веселых качелях. Ой, я тоже хочу в парк. Мамочка, я иду на горшок. Вот молодцы, ребята, так бы сразу. Теперь вашей маме не придется покупать новые подгузники. Друзья, а ваши куклы уже умеют ходить на горшок? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.